я автор 178 изобретений. В колонии я минимум 15 новых технологий придумал, которые сейчас воплотил, получил патенты. Свердловский областной суд вынес приговор по делу о попытке подготовки вооруженного мятежа и захвата власти в Екатеринбурге. На скамье подсудимых отставной полковник Леонид Хабаров и изобретатель Виктор Кралин. Их обвиняют в подготовке вооруженного захвата власти и содействии терроризму. По материалам уголовного дела существовал некий план «Рассвет», согласно которому переворот был намечен на 2 августа 2011 года. Якобы я вошел в состав этой банды, и мы намеревались, я только не уточнил, на велосипеде, на автомобиле приехать в Москву и совершить там восстание. Европейский суд признал нарушения. Одним словом, я убедился, что суд современный в России не то что отсутствует, это какая-то вот, я даже не знаю, группировка, что ли. Когда я узнал, за что попался Виктор и так далее, если честно, кроме смеха, это ничего не вызывало. Но мне было бы так смешно, если бы не было так грустно, как говорится. 4,5 года человек провел в местах не столь отдаленных. Я закончил Академию Ленинградскую лесотехническую на период защиты дипломной, у меня уже было 5 патентов. Параллельно я учился на химическом факультете Ленинградского госуниверситета, и там один раз даже по молодости, я на 3 года младше, чем Путин, мы как-то в общежитии, непонятно почему, даже пиво выпили в Жигулевске. С Путиным? Да. Он так шутил, такой был весь подвижный. Здесь патент показан, как можно собрать дом из вот такого сухого бруса или чего угодно, да, который собирается как детский конструктор. Все началось, если память не изменяет, 1 мая 2011 года. Я случайно попал на митинг, посвященный Квачкову. Кто такой Квачков? Чего надо делать? То, что происходит в 2011 году с наукой, это трагедия российская. То есть, кто мог, уехал за границу, кто еще, так сказать, остался. И одним словом, меня снимал какой-то толстяк, которого дальше не НКВД, а ФСБ. А я увидел в качестве агента этого ФСБ. В Свердловском областном суде завершилось рассмотрение громкого дела. На скамье подсудимых Леонид Хабаров, Александр Ладейщиков и Виктор Кралин. По версии следствия, вооруженный мятеж готовил именно Леонид Хабаров. Как говорится в материалах дела, подсудимые являлись членами ячейки народного ополчения имени Минина и Пожарского. Всех троих признали сообщниками Владимира Квачкова, отставного полковника ГРУ, которого в начале февраля в Москве осудили по тому же делу на 13 лет тюрьмы. Мятежники, утверждают следователи, собирались убить региональных руководителей ФСБ, МВД, МЧС, первых лиц области и захватить оружие. Двое подсудимых, бывший военный Леонид Хабаров и изобретатель Виктор Кралин, получили по 4,5 года колонии общего режима. Третий, пенсионер Александр Ладейщиков, 2 года условно.
здесь закон, да, 4 квадратных метра на одного заключенного полагается при нахождении в следственном изоляторе. Ну, этого соблюдено не было. Бывали такие моменты, что находилось там и больше народу, то есть и приходилось и спать по очереди. Объемный процесс, и, ну, единственное, можно сказать, что основа его – это нарушение материально-бытовых условий содержания, которые, ну, Европейский суд по правам человека относит к разряду пыток в статье 3 Европейской конвенции. Сами камеры не соответствуют требованиям действующего законодательства, в результате чего отсутствует освещение, отсутствует свободный воздух, и, по сути дела, содержание, оно превращается в определенные пытки. Сейчас, секунду. «Ве элскэ дэта ланет» – «Мы любим эту землю». Я и встречи были у меня с консулом Норвегии после отсидки и участие в межприграничном сотрудничестве в городе Никель и городе Заполярный. Да, но мне ближе вот моя родная сторона. Конечно, я уже никуда не поеду, а буду учить молодежь, потому что если нет у тебя учеников, это, ну, мягко говоря, бесцельно прожитая жизнь.